Жители региона могут привиться от любой инфекции совершенно бесплатно. Сделать вакцинацию можно в любой поликлинике области. В них пациентам предлагают определенный перечень прививок. За раз можно выбрать не более 3. После чего человек получает справку или сертификат о профилактике. Акция проходит в рамках Всемирной недели иммунизации. В неделю иммунизации мы ставим все прививки, которые подлежат вакцинации по национальному календарю прививок. Прививки против коклюша, дифтерии, столбняка, против клещевого энцефалита, против пневмо-23, против гепатита Б. Также вакцинация проходит в учебных учреждениях. Продлится акция до 25 апреля.